Коллеги, всем добрый день еще раз. Меня зовут Ксения Матулинская, я специалист по 1С документообороту, и сегодня мы с вами проведем вебинар на тему, как подготовиться к автоматизации документооборота. Что ж, подождали наших пользователей, которые еще не присоединились. Я думаю, что к нам можно будет присоединиться по дороге. А мы будем начинать. Коллеги, также прошу активно писать в чате, если вдруг у вас возникают какие-то вопросы по ходу презентации вебинара. Также, Елена пишет, что тишина. Добрый день, Елена. Вы подождали на основных, на наших участников, которые опаздывают. Поэтому 2 минутки. Тишина. Что ж, хорошо, начнем. Сегодня у нас по плану. Значит, мы с вами посмотрим, какие бывают цели, когда мы говорим об автоматизации документооборота. Я приведу несколько примеров. Да? То есть, возможно, среди участников есть люди, которые либо уже пользуются 1С документооборотом как системой, да, и хотелось бы расширить свои знания. А возможно, есть пользователи, которые только задумываются над этим вопросом, смотрят на функционал, хотят понять, насколько этот инструмент сможет решать задачи, которые сейчас есть у вас на предприятии. Собственно, приведу несколько примеров, которые вы можете, скажем так, применить для себя и посмотреть, есть ли у вас такие проблемы, допустим, да, на предприятии или нет. Возможно, вы не знали, что их может решить особенно с документооборот. Хочу сказать, что предварительно, да, что сегодня подготовку к автоматизации документооборота я буду рассказывать, как правильно нужно ее делать, как надо ее делать. Кроме этого, я немножко добавлю о том, наверное, в сравнении с тем, как надо, как обычно получается. То есть с точки зрения 1С и методологии 1С, да, по внедрению 1С документооборота, наш вебинар посвящен тому, как правильно внедрять, какие шаги должны быть, как определять модель, какие должны быть задачи в рамках автоматизации документооборота, именно задачи как для заказчика, как для клиента, так и для того, кто выполняет задачу фирмы-франчайзи или методолога. То есть расскажу, как правильно, и немножко добавлю примеров. Может быть, будет вам полезно, с чем приходят, допустим, к нам клиенты, с какими задачами и почему иногда допустимо, применимо, конечно же, отходить там от общего плана. Тоже интересные такие. Что ж, также мы рассмотрим очень интересный момент, типовую методику документооборота. Типовую методику документооборота. Если вы новичок в терминологии 1С или 1СДО, вам может показаться в первое время, что буду говорить о каких-то космических штуках, но ничего не переживайте. На самом деле мы сегодня с вами, к сожалению, по минимуму будем смотреть базу, потому что буду рассказывать и показывать презентацию, подготовленную по основным моментам, с схемами, с интересными таблицами. И я очень надеюсь, что материал для вас будет полезен. Что ж, какие у нас могут быть цели, когда мы говорим о документообороте? Ну, конечно, безо всяких вопросов мы можем просто взять и поставить документооборот. Чисто от того, что, в принципе, программа полезная. Но лучше всего, конечно же, перед тем, как мы будем даже думать о том, чтобы запускать и внедрять у себя на предприятии 1С документооборот, чтобы мы подошли к вопросу, скажем так, с головой. Да? То
То есть чего, чего мы ожидаем от этой программы и чего можно ожидать. Цели могут быть, ну, грубо говоря, количественные или качественные. Это проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, или проблемы, о которых мы не знаем, что мы сейчас сталкиваемся. Да, такое тоже бывает. И, собственно, методы их решения. Да? То есть, если у нас есть, допустим, проблема, да, что у нас обычно договор согласовывается месяц. Да? У многих такое бывает, знаем. Или договор согласовывается там, около 2 недель. Да? В виде отправки писем на почту, в виде бесконечных согласований и отправок тоже в письменных вариантах в почте. Обычно в такой переписке нет определенных фиксированных виз согласования, да, то есть мы не понимаем, если много согласующих, кто уже согласовал, кто еще не согласовал, какая сейчас актуальная редакция файла, крайняя версия, да, договора со всеми правками, какие правки согласованы, а какие нет. То есть может быть, цель поставить таким образом, да, что уменьшить срок согласования с месяца, ну, конечно, до 1 рабочего дня, скорее всего, мало вероятно, но вот примерно, да, то есть таким образом можно поставить цель, да, то есть уменьшение срока согласования с 5 рабочих дней до 1, мегаавтоматизация, да, или там с месяца до 4 рабочих дней. Еще какие могут быть цели? Это сокращение времени адаптации нового сотрудника. Там, допустим, с 2 недель до нескольких дней. За счет чего этого можно достигнуть? Конечно же, здесь ответом на каждый вопрос является применение типового функционала документооборота. Если мы говорим о сокращении времени адаптации, то здесь в первую очередь это возможность программы показывать нам вшитые инструкции, как типовые, так и те, которые мы загрузим вручную. Да? То есть можем в любом месте в документе, при создании документа, при создании процесса дописать свои личные комментарии для сотрудника, которые будут ему понятны, и он не будет спрашивать коллег там, 10 раз и так далее. Плюс есть возможность, ну, банально, да, создать папочку регламенты и часто задаваемые вопросы, в эту папочку положить, разместить все файлы, которые необходимы там, для нового сотрудника, чтобы он ознакомился, и дать доступ этой папочке всем сотрудникам. И единственное, что вам нужно будет показать и обучить сотрудника, это как зайти в эту папку, да, то есть в документообороте. Как запустить базу данных и как зайти в эту папочку со всеми ценными файлами и инструкциями. И затем у вас есть просто больше шансов, что сотрудник не будет тратить время своих коллег на изучение таких вопросов, которые можно прочитать из ранее подготовленных инструкций. Здесь имеется в виду сокращение времени адаптации нового сотрудника. Можно поставить такую цель. Сокращение времени поиска документов. Тоже важный вопрос. То есть количественная цель, которую можно достигнуть. Опять же таки, с помощью корректных настроек и выполнение этой задачи. То есть обычно, как у нас документы ищутся, если это физические варианты, распечатанные, возможно, они хранятся по папочкам, по физическим каким-то разделениям, по полочкам в шкафах, но в любом случае все мы понимаем, да, то есть легче пойти даже из такого личного опыта, да, если вам нужна инструкция какой-то бытовой техники, да, которая у вас есть дома и сломалась, скорее всего, вы не пойдете в коробку искать инструкцию, вы, скорее всего, пойдете в Google и найдете, ее там. То есть, ну, понятно, что оцифровка документов, она существенно сокращает
поиски документов. Есть такие, есть также качественные цели, которые можно ставить при запуске 1С документа оборота. То есть мы их измерить никак не сможем по факту реализации, да, то есть после запуска. Но на опыте сотрудников сможем посмотреть, да, то есть это снижение уровня риска потери документов, снижение уровня риска утечки информации при корректно настроенных, примененных настройках в базе документа оборота касаемо прав доступа к документам, А также там, снижение, например, уровня рисков невыполнения каких-то договорных обязательств. Да? Вот такие цели мы можем себе ставить. И перед запуском документа оборота я считаю, что каждому нужно задуматься над тем, какие у нас есть цели, что, чего мы хотим добиться, и записать их. Через некоторое время вернуться к ним и использовать как гайд. Да? То есть в процессе внедрения, допустим, посмотреть, что вот этот вопрос практически мы уже решили и запустили, он работает, да, то есть настроен вот, там, процесс согласования договоров, и он крутится, он работает. А этот вопрос у нас пока не готов, да, то есть мы с ним работаем. Рекомендую составить такой список и к нему не бояться возвращаться. В целом, из чего состоит, по-правильному, опять же, таки повторюсь, процесс подготовки и внедрения проекта 1С документа оборота. В части подготовительных работ у нас есть очень важные пункты. Вообще хочу добавить, что конфигурацию, такую как 1С документа оборот, нельзя просто взять и вот, купить и поставить, и там, пустить сотрудников, пусть решают сами, как работать. 1С документа оборот – это очень крутой и гибкий инструмент, который предварительно нужно обязательно адаптировать и настроить. То есть это не тот продукт, который хотелось бы, да, для большинства сотрудников, для большинства фирм, хотелось бы поставить и запустить. Здесь мы еще вернемся к этой фразе, когда будем говорить о типовой методике. В любом случае, даже если мы потом будем пользоваться типовой методикой, нам нужно провести некоторое время на подготовительном этапе. Ну, как минимум, морально подготовиться к переходу. Что входит в состав этих работ? Изначально это такое экспресс-обследование или обычное обследование того, как происходит документооборот на предприятии на текущий момент. Что здесь имеется в виду, покажу на следующих скринах. Среди подготовительных работ, после того, как мы описали модель, как есть, нужно подумать, подходит ли нам все то, о чем мы только что, что мы только что зафиксировали. То есть вот эта модель, как есть, насколько она нас устраивает, и насколько она работает благо того, чтобы достигнуть наших целей, которые мы себе поставили на предыдущем этапе. Если у нас цель, конечно, сократить сроки и количественные цели определенные, то мы видим сразу, что модель как есть, она для нас уже не актуальна. Да? То есть нам нужно посмотреть, получить рекомендации к нашим процессам и получить консультацию, да, как нужно, да, в некоторых моментах поступать, как нужно шаблонизировать документы и прочее. А также третий этап. Скажу сразу, что это полная картина максимально присутствующих этапов. Понятно, что может быть такое, что не будет этапа проектирования для некоторых проектов. Да? То есть это целевая модель, как будет, с учетом рекомендаций и с учетом наших целей. И только после этого обычно нужно переходить к собственным настройкам базы по выбранной модели.
я ранее сказала, что нельзя просто взять и создать базу, запустить ее и начать работать. Потому что необходимо выбрать модель, необходимо определиться с основными параметрами нашей базы. Что такое обследование? Как это выглядит? Обычно, если мы работаем, допустим, мы фирма франчайзи Quadrline, мы предоставляем, конечно же, услуги по запуску, автоматизации, внедрению 1С документа оборота. И когда у нас приходит, допустим, новый клиент, который бы хотел запустить документооборот, в первую очередь, мы, конечно же, запрашиваем всю доступную информацию. И говорим, что нужно произвести небольшое экспресс-обследование того, как работает система документа, как работает, в принципе, на предприятии у вас документооборот. И, исходя уже из этой информации, мы будем строить какие-то планы, графики и списки задач. Понятно, что у нас есть такие конфигурации, да, как управление торговлей, 1С бухгалтерия, и всем они довольно привычные, и все пользователи приблизительно знают, чего ожидают. Да? То есть программа, при входе в программу бухгалтерия, мы знаем, что делать, есть жесткие регламенты, есть правила, то есть нужно, скажем так, адаптироваться под эту программу. Но с документооборотом дела как раз немножко по-другому. Я еще раз повторюсь, что документооборот нам предоставляет гибкие утилиты, да, возможности для настройки процессов и видов документов. Также другой очень важный функционал. И необходимо определиться, какой функционал будет использоваться и какой не будет использоваться. Что именно нас интересует, какие у нас цели и как мы будем устраивать систему. Скажу сразу, что фигурирует сразу не две роли в проекте, да, как заказчик, да, клиент, вы, например, да, и внедренец. То есть, допустим, это фирма-франчайзи. Здесь необходимо, чтобы также присутствовал методолог, да, то есть тот, кто будет заниматься обследованием, и тот, кто будет давать рекомендации, кто будет составлять целевую модель, целевую систему и составлять регламент, документацию. Из опыта видим, что случается, есть случаи, когда методолог уже есть в команде заказчика. Таким образом, внедренец обходит все предварительные работы и приступает только к настройке после получения заполненных таблиц и данных по готовым настройкам. Так, по готовым данным занимается только настройками. Обычно, но это в редких случаях. Обычно внедренец уже есть в команде, методолог есть в команде внедрения от, допустим, фирмы-франчайзи. Очень важно, допустим, если у вас сейчас на пороге проект по автоматизации документооборота, вы связались, допустим, с какой-то фирмой, которая пообещала вам все сделать, все запустить быстро и недорого, да? Спросите у них, а есть ли у них в команде методолог или будет он. И помните, посмотрим на ответ, да, то есть он или нет. Очень важно, чтобы он присутствовал. Это тот человек, методолог, это тот человек, который будет отстаивать перед программистами, да, им ваши интересы. То есть то, как, насколько хорошо вы объясните и дадите информацию методологу на обследование, настолько хорошо методолог вас поймет и будет вот, отстаивать ваши интересы. И, возможно, сам заниматься настройками системы и с мыслью о вас. Этот человек незаменим, и очень важно, чтобы он присутствовал на проекте. Случаются также случаи, когда у нас заказчик крупный холдинг, и
поля для работы методолога очень много, методолог не справляется. В таких случаях, как обычно поступают, привлекают методолога с команды разработки 1С документооборот. Такая возможность есть, конечно же, и есть такие случаи, то есть когда заказчик определяется, что им необходимо автоматизировать документооборот, дел по горло, видов документов тысяча, их нужно шаблонизировать, приводить в порядок, и не каждый франчайзи с этим справится. Затем нам нужен как раз внешний методолог, который разберет и расставит по полочкам все наши требования, все наши документы, все наши процессы, проанализирует их, схлопнет, шаблонизирует и выдаст готовые таблицы для того, чтобы любая фирма-внедренец смогла заняться этими настройками, даже если у них нет в команде методолога. То есть вот такая у нас история. И очень важно, чтобы был методолог. Что ж, что, собственно, делает этот методолог на проекте, да? На этапе он полностью занимается этапом обследования. Он занимается анкетированием, интервьюированием ключевых пользователей, как это выглядит. Вы задумали проект по автоматизации, начинаете смотреть решение, выбрали решение или вам порекомендовали решение. К вам затем приходит методолог и устраивает допросы вашим ключевым сотрудникам по поводу того, насколько, какие документы у этого сотрудника генерируются, а какие документы приходят к этому сотруднику там, на подпись, на согласование, на исполнение, что приходит от сотрудника, в каком виде, что уходит. После такого анкетирования целые, ну, всех ключевых сотрудников, да, то есть это руководители подразделений, руководители департаментов. Возможно, это специалисты в некоторых департаментах. У методолога получается, нарисовывается картинка по каждому документу и процессу, каких людей он проходит и что с этим документом происходит. То есть нас интересуют исключительно документы и их обработка, их действия. Кроме этого, хранение документов. То есть все, что мы можем собрать касаемо документов на этом этапе обследования, мы собираем и фиксируем. Фиксируем в виде отчета об обследовании. Затем, после того, как методолог оформляет этот отчет вместе с командой заказчика, вместе с внедренцем, происходит моделирование, проектирование, да, модели как будет. Что это значит? Что методолог свой же отчет по обследованию берет и, скажем так, вычеркивает то, что по методике 1С, допустим, неприменимо, дополняет данные о том, как можно улучшить обработку документов. Есть очень важный момент, это шаблонизация. Шаблонизация – это процесс, допустим, у нас есть вид документа, договор, да? У нас есть договор аренды, договор поставки, договор финансирования и так далее. То есть какие-то вот такие подвиды договоров, которые используются. Допустим, активно используется один, а остальные тоже есть, но они используются реже. То есть вопрос это уже к методологу, каким образом оформить эти виды документов в документообороте для того, чтобы не платить миллион видов документов и удобно было с ними работать. В рамках этого методолог, допустим, предлагает, что мы создаем один вид документа, договор, а все остальные характеристики и параметры уже будем прописывать внутри. Да, то есть извне это вид документа, договора, а внутри мы видим, что доп. Реквизитом мы отделили, что это договор поставки, договор аренды. Этим занимается наш методолог. Также на этапе
перед этапом настройки внедрения, да, системы, и, или, может быть, иногда они накладываются с этапом настройки внедрения системы, это методолог подготавливает регламентацию документооборота. Все мы знаем, что есть определенные ГОСТы и требования, и те же маршруты обработки внутри у себя мы можем разместить и зафиксировать как приказы, указы и так далее. То есть это подготовка официальной регламентации. Возможно, для, в будущем вам нужно будет проходить ISO, да, сертификацию. Это как раз для этого нужно. То есть подготовительные работы, которые методолог сделает, но они пригодятся, возможно, в будущем. После того, как система была запущена и настроена, понятно, что нам нужно передать все дела, передать все наши знания, инструкции, а также рекомендации ответственному сотруднику или ответственной службе в рамках предприятия заказчика. А было бы, ну, всегда очень хорошо, если эта служба уже есть, но обычно иногда приходится передавать, там, допустим, секретарю, да, которая одновременно ответственна за службу документооборот. И понятным делом, что методолог принимает большую участие в обучении или же изначально готовит и проводит это обучение самостоятельно. А вот, собственно, я перечислила здесь данные, которые мы получаем на этапе обследования. Интервьюирование может происходить, конечно же, не только очно, да, но и удаленно по телефону. Фиксация с помощью опросников. Есть определенные опросники, которые уже среди методологов гуляют, да, то есть шаблонные документы. С ними можно ознакомиться. На следующем скрине он как раз будет. На выходе после этапа обследования мы получаем план график работ и форма аудита. Здесь я привела пример тех вопросов, которые могут попасть в таком опроснике. Тех вопросов, которые могут попасть в опроснике. А здесь хочу от себя добавить рекомендацию, что обычно бывают вот такие случаи, что к нам приходят клиенты с целью, желанием запустить документооборот. А мы с ними знакомимся, объясняем, что вот это мини-проект, давайте работать, давайте мы получим от вас информацию. Отправляем опросник, да, для получения информации, и клиент уходит с себя на полгода. Такие ситуации бывают довольно часто. Поэтому, коллеги, если среди вас есть предприятия, которые желают автоматизироваться, или также специалисты, которые, ну, или методологи по 1С, хочу сразу добавить, что если вдруг там по таким опросникам что-то непонятно, да, требуется дополнительно какие-то обсуждения, или нужно объяснить, да, то есть суть вопроса, вот, мы не понимаем, что такое вид документа. Объясните нам, пожалуйста. А затем спрашивайте, сколько видов мы их потом как бы хотим вводить. Это абсолютно нормально и ожидаем. Обычно в опросниках мы собираем всю детальную информацию для того, чтобы хотя бы понять. Наверное, неправда будет, если скажу, чтобы понять изначальные там рамки трудозатрат, скорее, чтобы понять перечень работ, которые следует сделать. А от этого уже, конечно, будут зависеть там какие-то приблизительные трудозатраты. Вот. Поэтому мы очень ценим, когда к нам приходят подготовленные наши клиенты и обладают какой-то информацией, которая нам может помочь для предоставления списка работ. Что ж, вот в таком виде часть вопросов.
вопросы эти, они у нас источник вопросов – это книги Софьи Ульянцевой. В конце вебинара я дам рекомендации по литературе. Что ж, такие таблицы, они обычно заполняются, ну, вариант первый, да, то есть таблица заполняется самостоятельно методологом 1С после того, как он провел интервьюирование с ключевыми сотрудниками. Или же, если есть желание у наших клиентов самостоятельно проводить такой экспресс-аудит, экспресс-селф-обследование, то, в принципе, также можем, вы можете иногда получить такие таблицы, если есть вопрос. Таблицы вот, выглядят таким образом, да, то есть у нас есть вид документа, пока неформальный, да, то есть как мы его называем. Мы собираем информацию о том, как происходит генерация нумератора в системе. Бывает такое, что довольно часто бывает, что нумератор завязан на какие-то буквы, цифры, которые, допустим, индексы подразделений или индексы организации. Это тоже очень важная информация. Чем регламентируется работа с этим документом? Комментарии. Откуда поступает документ? Куда передается? Сколько дней у нас этот документ на обработке? Да? То есть что мы с ним делаем? Согласовываем, подписываем, исполняем, разрабатываем и так далее. Как часто он к нам приходит, да, то есть это документ, который вот как договор генерируется, когда есть потребность, да, или это документ какой-то ежемесячный, который стабильно к нам приходит, допустим, заполнение определенного отчета или предоставления. Данные по интеграции, да, то есть если у нас используются другие системы, из каких систем и что конкретно нам нужно заполнять или выполнить. Вот в таком виде, таким образом у нас выглядят наши некоторые таблицы. Опять же таки, источником данной таблицы является книга Софьи Ульянцевой «Быстрый старт по быстрый старт». Так. Что ж, на втором этапе, чуть вернемся к этапам, напомню, о чем мы говорим. Вот это мы обсудили обследование. На втором этапе рекомендации модель как надо. Вот что у нас происходит. То есть аналитик, методолог вместе с заказчиком, с командой, которая представлена стороной клиента, да, формирует четкие требования к документам, да, то есть по информации, полученной от клиента, по информации, полученной от таблиц, методолог самостоятельно формирует, понятно, что согласованием у заказчика и так далее, виды документов, шаблоны всех маршрутов обработки документов, какие документы у нас будут оставаться, допустим, в бумажном виде ходить, да, то есть, чтобы вы понимали, договор, который будет печататься, который будет относиться на подпись директору вручную, физически, какие документы у нас будут подписываться электронно. Понятно, что настройки для этого базы необходимы разные осуществить, поэтому нам эта информация очень нужна. Все это разделение мы получаем, опять же таки, из первого этапа обследования. В итоге у нас получается уже физически модель в системе 1С документооборот с этими видами документов, с их маршрутами. Ну, то есть в итоге мы уже получаем систему как будет. То есть есть возможность получить такую систему. Если мы решили не делать третий этап и не анализировать, не шаблонизировать, то мы можем ровно на этом этапе перейти в систему и сделать настройки и пользоваться. На этом этапе также производится организация системы хранения документов. Что здесь имеется в виду?
несколько пунктов. Есть библиотека, ну, я думаю, что в курсе, номенклатура дел, а также физическое хранение. Допустим, у нас документ не электронный, он у нас подписывается физически или приходит физически. Или это входящие документы, которые приходят нам физически в конвертах, по почте, курьером. Мы разрабатываем вместе с нашими клиентами систему, как мы будем хранить эти документы, где будем хранить, нужен ли нам архив физический, как этот архив будет работать. Возможно, этот архив будет расположен в секретариате, там, в книжной полке. И даже здесь мы организуем, то есть есть такие рекомендации, как правильно организовать такое хранение с учетом того, что, допустим, место ограничено. Как разделить правильно некоторые ячейки, возможно, да, папки, для того, чтобы удобнее было хранить эти документы и в случае чего найти оригиналы. То есть в каждом документе в системе у нас есть карточки документов. В этой карточке документа у нас может быть прикреплен скан, а также можем банально указать, где этот документ физически хранится, если у него есть оригинал. Сколько листов, в каком количестве экземпляров и так далее. А после этого этапа получаем четкие требования к системе ДО, форму номенклатуры дел, форму понимания размещения документов и другое. Здесь я хотела бы немного рассказать подробнее вот об этом пункте, что такое маршруты обработки документов. Если вы, может быть, знакомы, может быть, незнакомы. У нас есть глобально три потока документов, да, которые можно поделить. Входящие документы – это те, которые к нам приходят из других предприятий. Да, какие-то письма, рекламации, запросы и так далее. Исходящие документы – это те, которые генерируются у нас и отправляются нашим заказчикам, да, то есть, например, это ответ на заявку, ответ на иск, исходящий иск и так далее. Ответы на письмо, переписка, да, входящий, исходящий. А также есть внутренние документы. Внутренние документы – это те, которые генерируются у нас внутри предприятия, предназначены для использования внутри предприятия. К внутренним документам у нас как раз и относятся договорные все документы, помимо того, что они отправляются заказчику в виде там на подпись, это конечно же, внутренний документ. Акты, приказы, ну, то есть распорядительная документация, служебные записки, внутренние заявки некоторые и так далее. То есть внутренние документы – это по факту самый большой подраздел. У каждого документа из этих потоков есть, ну, как нам может показаться, наиболее логический маршрут обработки, да, то есть принцип обработки, что нужно сделать. Эти наиболее логические и правильные шаблоны, да, маршрутов уже зафиксированы, уже кто-то об этом позаботится, и нам это очень нравится. Это очень хорошо, что есть официальная рекомендация от команды разработки документооборот по принципам, которыми следует руководствоваться, когда мы настраиваем маршруты обработки процесса. И сейчас как раз я хочу привести примеры, как обычно у нас настраиваются маршруты обработки внутренних, входящих и исходящих документов. Это такой действительно жизненный цикл документа, который стоит обратить внимание. Это одна из тех вещей, которая в рамках автоматизации документооборота мы и получаем в виде ценной информации от методолога, от консультанта по 1С документооборот. Возможно, с одной стороны, они довольно интуитивно понятны, эти схемы, и можно, скажем так, самому догадаться. Но лучше, если у нас есть опора, на которую мы можем опереться и в любой момент подсмотреть, да, скажем так. То есть
Это самая правильная модель, шаблонная, скажем так, правильное, наверное, некорректное слово. Модель жизненного цикла внутреннего документа. Сразу хочу сказать, что все действия, которые здесь есть, они несут вот такую рекомендационную нагрузку. Да? То есть в любом случае понятно, да, что у нас может быть 10 согласований вместо одного. Там будет 10 сотрудников, эти согласования будут разбиты на 5 этапов. То есть это абсолютно нормально. Здесь на что стоит обратить внимание, это на последовательность этих действий. Изначально что у нас есть? У нас инициатор готовит проект документа. Тут же договор. У нас есть, допустим, какие-то шаблонные договоры. Мы его подготавливаем, получаем на этом этапе, допустим, можем получить какие-то правки или запросы от команды юристов-контрагента, вносим эти правки и вот, собственно, подготавливаем проект документа. Затем отправляем его на согласование. Понятно, что вот внутри согласования может быть несколько этапов, несколько десятков этапов. Все зависит от того, как это построено у вас предприятие, какие есть требования, какие есть предпосылки к тому, чтобы отрабатывать то или иное согласование. Но обычно просто перечень действий последовательности. Затем после согласование у нас идет подписание или утверждение документа. Ну, для договора, конечно же, здесь применимо подписание, но если мы говорим об разработке приказа, то будет у нас здесь ровно таким же образом, только утверждение. Поэтому всегда, если работали с документооборотом, то помните, что у нас утверждение всегда идет вместе с подписанием. После того, как документ утвержден, необходимо его зарегистрировать, и затем после регистрации можно приступать к его исполнению. После исполнения списание в дело. Хочу добавить, что если принято решение не вести учет по номенклатуре дел, то крайние пункты в жизненном цикле документа можете не учитывать. Вот таким образом можно подсмотреть, если, допустим, вы занимаетесь самостоятельно, вы специалист по 1С, но ранее не сталкивались с 1С документооборотом и хотите приступили, скажем так, к задаче настройки 1С ДО, но столкнулись с тем, что вам приходится изучать, что такое вид документов. Собственно, этот материал для вас очень, очень полезен будет. В том плане, что у вас есть такой гайд, как правильно построить процессы обработки документов с помощью вот этих последовательностей вот этих действий. Входящий документ немного отличается от внутреннего по его жизненному циклу. Входящий документ к нам приходит, мы его первично обрабатываем. Что бы это ни было, будет ли это письмо в конверте, или это будет входящее письмо на e-mail, нам нужно, чтобы живой человек посмотрел, открыл его и ознакомился. Некоторые из вас скажут, что да нет, можно автоматически создавать карточки документов. Можно, но все равно карточку документа изначально нужно принять. Посмотреть, что это за документ, и направить его, собственно, по процессу обработки. Извините, перед тем, как направить его по процессу обработки, обычно у нас даже, наверное, немножко придется мне измениться. Ошибка небольшая. Любые документы у нас после приема приходят в регистрацию. И только затем у нас первичная обработка происходит. То есть вот таким образом. Ну, допустим, секретарь принял документ, открыла конверт, дала карточку и зарегистрировала документ. Затем отправила по
по маршруту обработки. Маршрут обработки входящего документа обычно начинается уже здесь, на этапе рассмотрения. Да? То есть, либо мы видим, что конкретно вот пришел какой-то запрос из налоговой. Да? В таком случае человек, который принимает документ, видит, кому его нужно отправить, что этот документ нужно отправить на исполнение главному бухгалтеру или лицу, которое замещает. Если этот документ какой-то акт, оригинал акта по договорным документам, то здесь также есть четкое понимание действий, которые нужно осуществить. Нужно этот документ оформить, завести в оборот, зарегистрировать, приложить скан и затем карточку этого входящего документа прикрепить к форме договора, которому этот акт предназначен или это оригинал, да? И затем уведомить ответственного за подготовку этого договора. А если это какой-то документ, который вот человек не может определить, куда его отправить, да, этот документ. Ну, понятно, что входящий документ он зафиксирован, он должен быть куда-то отправлен на ознакомление или на исполнение. То есть, если непонятно, что с ним делать, мы всегда можем направить его на рассмотрение своему руководителю или руководителю предприятия, да, то есть или ответственному за разбор корреспонденции. В рамках рассмотрения сотрудник расписывает документ и описывает, что с ним требуется сделать или что действий не требуется. После этого у нас, если применимо, конечно же, есть этап исполнения, да, то есть направляется входящий документ на исполнение ответственным после расписания, да, то есть или сразу после приема и регистрации, если это очевидно понятно. Чем руководствуется сотрудник, который принимает документы? Он руководствуется инструкциями, которые подготовлены методологом по 1С в процессе запуска 1С документооборот. Как раз об этом мы говорили, когда... Так, извините, я вам показываю... Извините, я вам показываю внутренний документ. Вот у нас входящий. Вот, собственно, мы немножко откатились назад. Методолог занимается, дает рекомендации и составляет регламенты работы с документами и системой. Это как раз тот момент, когда инструкция, которая подготовлена для ответственного по приему входящих документов или секретаря, или офис-менеджера, она у нас рождается в процессе внедрения и запуска системы. Вот наш входящий документ. Так. Елена Гудаева пишет, что сложно воспринять, не видя самой программы. Извините, да, тут скрин не поменялся, не сразу увидела. Уже поменяла на входящий документ, можно ознакомиться. Также хочу добавить, что есть возможность отправить данную презентацию вместе с записью вебинара на электронную почту участников, которые вы указали при регистрации. Если интересно, пожалуйста, поставьте плюсики в чате, кому было бы интересно отправить. Или, возможно, отправить всем. Так, мы переходим пока. Так, вижу плюсики, спасибо. Мы переходим к жизненному циклу исходящего документа. Уже переключил слайд. Что ж, исходящий документ у нас генерируется внутри нашей компании, подготавливается. Он может готовиться как самостоятельный документ или же как внутренний, да, то есть бывает. Есть такая возможность и есть там, необходимость. То есть, допустим, мы готовим иск внутри компании, да, готовим
подготавливаем там, текст, согласовываем, обрабатываем, работаем с документом. Он проходит целый цикл обработки, как внутренний документ с печатями, с согласованием. И затем, после того, как он подготовлен, он отправляется как исходящий. То есть из внутреннего документа мы создаем на основании исходящий документ и просто отправляем его. Но есть такие документы, которые сразу можно создавать исходящими, как единичные исходящие документы, так и те документы, которые являются ответами на входящие документы. То есть к нам пришел входящий документ, мы его отработали, исполнили. Допустим, это заявка от налоговой, да, предоставление каких-то данных. На основании этого документа входящего мы создаем исходящий, прикрепляем к нему все необходимые документы, составленные отчеты и запускаем по процессу. Собственно, после подготовки проекта документа он у нас проходит согласование. Обычно, да, можно это подключить, если подготовкой занимается исключительно ответственный, там, главный бухгалтер и так далее, который не нуждается в согласовании, но рекомендуется оставить. После согласования всегда либо утверждение, либо подписание. Регистрируем документ после того, как он был подписан, и физически отправляем. Списание в дело, понятно, если применимо, если используется номенклатура дел. Здесь мы рассмотрели вот такие жизненные циклы документов, потоков документов в нас документообороте. Вернемся к нашим этапам. То есть мы сами рассмотрели обследование, модель как есть, сбор информации, заполнение опросников, какие опросники бывают, зачем нам нужен методолог. Мы рассмотрели этап рекомендаций, составление модели как надо. Да? Собственно, жизненные циклы документов – это часть вот той информации, которой руководствуется методолог, когда составляет рекомендации или моделирует модель как надо. Да? Проектирование, целевая модель как будет. Передвинемся. Значит, целевая модель как будет. Что на этом этапе происходит? Немножко пропущен, вижу, что слайд, давайте вернемся. То есть у нас есть вот такие шаги, да? Модель как есть, модель как надо, модель как будет. На этапе модели как надо мы, руководствуясь общими практиками и методиками 1С, можем себе настроить такие процессы, которые будут с методологической части правильными. Но опять же таки у нас могут возникнуть некоторые нестыковки. Допустим, есть процесс по внутреннему документу, который очень жестко не подходит. Вот такая система, как была по рекомендации. Здесь, после того, как система была промоделирована и показана клиенту, да, нашему заказчику, что мы делаем? Мы садимся вместе и прорабатываем, что конкретно нам подходит, что не подходит. Также здесь вот в этот этап включаются все дополнительные требования, которые у нас могут возникнуть, да, у пользователей, предприятия, у нашего заказчика. Обычно это те моменты, которые оставляются на доработку. Да, то есть почему вот в этом этапе, в третьем, а не во втором? Когда речь идет о запуске документооборота, пользователи не сильно, и также и заказчики, да, пользователи не сильно знакомы с системой, и, возможно, они придумали требования, которые уже включены в типовой функционал. Но конкретно пока непонятно, подойдет ли это или не подойдет. И таким образом мы уже после того, как система промоделирована, как ключевые пользователи смогли посмотреть, как настроены процессы, немножко потестировать,
мы можем вернуться к этому вопросу, к вопросу доработок, и задать вопрос о их целесообразности, да, то есть нужны доработки или не нужны. И если они нужны, то это как раз происходит на третьем этапе и модели как будет. То есть модель как будет — это сборная из того, как есть, логическое предложение того, как надо, и является таким вот уже, можно сказать, что продуктом под ключ. Также хочу сказать, что в целом это правильный подход, как нужно подходить к даже к подготовке к проекту автоматизации 1С документа оборота. Последовательные шаги, да, можно заниматься этим самостоятельно, можно заниматься этим с методологом, можно взять методолога в штат заниматься этим, да, то есть тут, наверное, зависит от количества процессов, которые у вас есть, документов, и от этого будут зависеть и сроки, да, подготовки моделей и подготовки отчета об обследовании. Но хочу сказать, что если у вас есть критическая задача, которую нужно решить, можно остановиться на любом пункте. Здесь, конечно же, нужно понимать, какие цели у нас есть от документа оборота. Если мы хотим сократить время поиска документов там, от 4 часов до 3 часа, то внедряя только блок договоры, мы этой цели не добьемся. Но при этом добьемся цели по сокращению сроков согласования договоров там, с месяца на 5 дней. То есть мы можем в любой момент остановиться, но при этом нужно смотреть на цели, которые мы ранее себе же поставили. Что ж, двигаемся дальше. Это касаемо нашего методолога и работы на этапе внедрения и на этапе передачи документов. Передачи, скажем так, дел, да, ответственному за документооборот или офис-менеджеру, или службе. Да. Собственно, формируется инструкция, происходит назначение ответственного. Хочу рассказать такой вот момент, к слову о том, что у нас каждый шаг является правильным, на нем можно остановиться. Также вспомним то, что я ранее вначале говорила о том, что нельзя просто купить программу и начать ею пользоваться, да, в том плане, что база пустая, нет документов, у нас нет понимания, как работает база, и в базе нет тех документов, с которыми мы работаем. Вот, как раз этот вопрос и сейчас является уже решенным. В случае, когда мы видим, что у нас на предприятии есть 20 видов документов, 40 видов документов и так далее. Мы видим, что эти документы довольно шаблонные, да, там договор, акт, заявка. Нам нет необходимости приходить к каким-то рекомендациям, потому что по факту те процессы, которые у нас есть, они для нас вообще не работают. То есть смысла их собирать у нас нет. Смысла там, проводить обследование, заниматься этим обследованием у нас нет, потому что эти процессы банально не отрабатывают. Они все кривые, и нам просто нужно сразу внедрить модель как надо. Для таких случаев в самой базе документа оборота придумана одна гениальная кнопка. Сейчас я покажу. В разделе «Настройка администрирования» у нас есть такая вот кнопочка «Установка типовой методики документа оборота». Здесь что происходит, когда мы нажимаем? Обычно, ну, если у вас уже запущен документооборот, есть база купленная, вы можете попросить ваших коллег-айтишников развернуть вам копию. И вот в этой копии базы пойти и установить типовую методику. Что это
магическая кнопка сделает для нас. Она заполнит все справочники, все важные справочники и необходимую информацию. Такие как раз как виды документа, шаблоны обработки процессов, структура предприятия, ну тут обобщенно, и должности сотрудников. То есть получается, что если мы не хотим много думать, да, брать методолога, заниматься там, шаблонизированием видов документов, которые у нас используются, мы готовы просто перенять чужую систему, которая рекомендуемая, которая разработана методологами уже фирмы 1С, мы можем попросту это сделать, подогнать работу нашего предприятия под настройки системы. То есть здесь есть такая возможность. Так. После того, как мы нажимаем на вот такую магическую кнопку, что происходит в базе? Заполняются справочники. Тут рекомендую, если действительно интересно, пойти и это сделать. Можно это сделать даже в демонстрационной базе 1С. Вам будет предоставлена информация, что конкретно будет сделано, да, какие настройки будут применены и что будет создано в системе. Занимает довольно немного времени, и по итогу выполнения вы увидите, да, что вот ваша база теперь содержит определенные типы, виды документов и так далее. Вот это нам дает какую возможность, как говорится, установить все, а потом по мере использования убирать неиспользующиеся виды документов. Такой подход, он тоже корректен, он тоже правильный. Что еще очень-очень важно, это то, что даже после установки типовой методики у нас остаются очень важные задачи. Такие как, ну, обязательные задачи, без которых мы работать не сможем. Это то, что необходимо завести пользователей в базу. Необходимо этих пользователей назначать исполнителями в определенных процессах. Что конкретно и где нужно сделать, получает в виде списка задач администратор с объяснениями, что конкретно сделать, и краткие инструкции. Видно на скрине. Да, и, как я обещала, рекомендация по книге Софьи Ульянцевой. Это управление документами быстро, эффективно, своими силами. Нормативных документов, методика построения делопроизводства. И также есть у нас курс в учебном центре номер 1 «Подготовка к автоматизации документооборота». Этот курс очень детально рассказывает о том, очень детально разбирает те шаги, которые мы только что рассказали. После этого курса у вас появится не то, что четкое понимание, вы будете готовы к автоматизации документов оборота как на своем предприятии, так и, возможно, для работы с другими предприятиями. Также хочу рассказать о том, что то есть здесь мы с вами рассмотрели правильный подход к автоматизации документооборота. Но а что же делать в таких ситуациях, если вот не хочется запускать целую базу документооборота, не хочется думать о каких видах документах мы будем там использовать? У нас есть сейчас одна задача. У нас есть договоры, вот их там буквально два вида. Да, они сейчас активно начали у нас генерироваться. Мы просто хотим разобраться с этим вопросом, разобраться с этой проблемой. У нас цель просто автоматизировать работу с договором, да, то есть договором, доп. Соглашением и заключением там, о расторжении. Да, то есть вот эти три документа, больше ничего. Что тогда делать? Нам не нужно запускать, нам нужно делать обследование, да, то есть там, получать рекомендации. В таких случаях
вместо проектного подхода, как здесь, что можно сделать? Можно фактически собрать информацию только ту, которая нам сейчас необходима. Да? То есть это три вида документа. Это один процесс шаблонизированный, собрать нормативно-справочную информацию, которая нам нужна, и ровно эту задачу я буду сделать. Вот таким образом. Цели, они различаются. Да? То есть, как видите, у нас возможен проектный подход с моделями. У нас, возможно, установка типовой методики документооборота. У нас, возможно, частичная установка, частичный запуск. Рекомендуется, конечно же, всем заинтересованным пойти и вот, прогуглить демонстрационная версия 1С документооборот. Вы получите доступ к демонстрационной версии. Перед тем, как переходить там, к этапам поиска методолога или поиска клиента, вам нужно посмотреть. Это будет очень большой помощью и сокращением сроков, если вы как представитель, да, предприятия хотите на предприятие ввести и запустить, генерировать документооборот с помощью решения 1СДО. Ключевой, скажем так, не функцией, а возможностью у вас есть возможность посмотреть функционал. Это очень важно, и вы, скажем так, будете разговаривать с методологом или с аналитиком, или с консультантом на одном языке. Плюс знаете, кого спрашивать, да? Есть ли у вас методолог или нет, какие есть рекомендации. Что ж, наверное, послушаю вопросы. Если есть у коллег вопросы, пожалуйста, задавайте в чате. Как вам сегодняшний вебинар? Был информативным или не очень? Хочется услышать, насколько актуальна информация, то есть применима она для вас или неприменима. Возможно, есть кое-что, о чем хотели бы спросить, или заметили кое-что, о чем я не рассказала. Может быть, такое заметили. Алексей написал познавательно. Спасибо, Алексей. Что ж, подождем еще пару минуточек на вопросы, а в целом можем завершать наш вебинар. Вижу, плюсики поставили. Хорошо, отправлю вам презентацию, которую показывала на сегодняшнем вебинаре, в почту. Что ж, всем спасибо, коллеги.